Ну и, ребятки, чуть-чуть потерпите. Очень много вопросов, естественно, про экспресс. Мы этого ожидали, да. Поэтому давайте, Сергей, переходить к экспрессу будем. И, ну, наверное, вы сначала про него покажете, расскажете, а потом такие самые больные, так называемые, вопросы, да, людей мы обсудим. Хорошо? Да пусть будут это самые больные вопросы, что в жизни больнее некуда было. Вот только этого и достаточно. Пусть люди радуются и будут счастливы. Сейчас, наверное, все, как я уже говорил в начале, ожидают, что я здесь устрою бум, прекрасную презентацию, да, продам его сейчас 10 тысячам людей моментально. Но не с этим посылом я вышел. Я спокоен, как титан сейчас. И во мне ни одной бури эмоций. Несколько лет наши клиенты, кто с нами держится, работает и трудится в сфере вилкования в том числе, знают прекрасно, что это можно было автоматизировать. Не правда ли? Сегодня мы уже поговорили о том, что мы многое автоматизировали в ручной торговле. В экспрессе мы автоматизировали все. И пока мы с тремя тестировщиками, и большое им спасибо за то, что они вложили немалые труды для развития и открытие экспресса, это люди с полей, это люди, которых я раньше сам не знал. Мы просто, скажем так, случайно, да не случайно, познакомились, решили, что экспресс должен работать максимально качественно и хорошо. Сюда заложено много разных алгоритмов. Здесь очень много математических продумков, просчетов и так далее. Но любая программа имеет право сбоить, либо быть какое-то время без контроля, это не страшно. Для этого есть мы, разработчики, и мы отслеживаем материалы, мы обязательно помогаем вам, и мы сами же вас оповещаем. Что такое экспресс? Экспресс – это обычный продукт, который, как по мне, нужен и может быть полезен каждой семье. Вот надо тебе за год заработать 500 000. По подсчетам наших тестировщиков, их личным подсчетам, я никого не тяну, никого не прошу продавать этот экспресс. Они сказали: Сергей, после всех расчетов, вообще всех, спокойно 500 000 остается. Если они здесь, они могут в чате написать об этом. 500 тысяч за год. А это при такой спокойной, нормальной торговле, где есть минуса, по времени, да, я имею в виду, вы там какое-то время не торгуете, вернулись обратно. В среднем во время тестов экспресс показывает большие значения. Но я придерживаюсь 30-40% в месяц. Я считаю, что если экспресс будет без вас давать вам 20-25 тысяч рублей в месяц, ну, это уже прекрасно по факту. Но, конечно же, он дает больше. Он дает 50, 60, 70, 80. И моя цель за максимально короткое время работы вашего компьютера – выдавать вам максимум. Но не всегда это возможно, потому что не я придумываю игры, не я ставлю правила. Не я сижу в букмекерах, не я меняю их коды, чтобы знать на шаг вперед. Но я сижу… И я вижу их проблемы, и я решаю их для того, чтобы ваш робот работал дальше. Я хочу по экспрессу вилку. Я нажал на кнопку, смотрите, старт, у меня появилась первая вилка моментально. Видно, да, ведь экран, Дмитрий? Да, конечно, preparing, готовится. Да, добро пожаловать. Пах, опять вилка. Теперь уже волейбол. Я что-то сделал для этого? Он ищет. Нашел вилку, preparing. Откроет через расширение, которое вы скачаете, специальное расширение для экспресса, вот оно. Вы его откроете, он откроет страницы, он проверит место вас. Если он убедится, что вилка рабочая, он ее выставит. Если не подходит комбинация, неправильное событие, либо кто-то закрыл, кто-то закрыл, например, да, позицию, то, соответственно, он уже пойдет дальше. Следующая вилка. Пожалуйста, 6.54. Захотели взять попить кофе, пойти посидеть, пообщаться с друзьями? Ставите не на 1 час, ставите там на 3 часа. Включили, робот 2 часа 59 минут осталось. После этого времени он перестанет торговать. Удобно? Обратно таймер. Удобно.
Какие-либо настройки есть ли в нем сейчас? Нет никаких настроек. Вот здесь вообще, видите, ничего нет. Есть только букмекеры, которые сейчас уже в экспрессе самые активные. Да, мы их с новой недели будем добавлять. Он с расчета еще до 10 букмекеров добавить точно. Активные виды спорта, которые тоже будут там применяться. Да и, пожалуй, все. Какое-то обновление выходит, историю можете увидеть здесь, как мы обновляли все для наших тестировщиков. Что было, как было, какие нюансы мы фиксировали. Все, вот, пожалуйста, видите, 26 октября, 25, 20, 13 октября, 12 октября, 2 октября. Это все то, что было по истории. 18 сентября обновление. Все здесь есть. Мы выкладываем вам какое-то новое обновление. У вас появляется единичка, вы скачиваете, вы просто просматриваете и все. Но и это не все. Мы пишем вам в журнал положительные сделки. Бывает такое, что когда выставляем первое плечо, второе может резко упасть. Но и это считается отрицательной вилкой. Это не страшно, бить тревогу не нужно. Все активные трейдеры знают прекрасно, что такое есть. Я вам сказал, что робот зарабатывает деньги. Робот действительно зарабатывает деньги. Если робот открывает, видит какие-то типы ошибок, он пишет вам ошибки, и то он историю ведет, да. И есть такой момент классный, старт нажимает сейчас, настольный теннис, 8,95% вилка. Если, например, второе плечо не смог выставить, то есть первое выставил, а второе, например, олимп резко закрыл, то он вам будет подавать звуковое оповещение. То есть вы пошли пить на кухню кофе, услышали звук, подошли спокойно, увидели, что плечо открыто, либо нет, перекрыли и пошли дальше. Он продолжает дальше торговать. Сколько раз за день такое может быть? По статистике, не дам соврать, вот, пожалуйста, вот, в принципе, такой звук и будет, да, опять же. Просто я не выставлял, у меня сейчас расширение установлено, и вот в такой звук он и дает. Статус данной вилки не меняется длительное время. Выберите дальнейшие действия. Я либо его записываю сейчас в базу, я его записал, да, либо же иду дальше. Что еще надо знать о экспрессе? Мы в него вложили тушу. Но развить максимальный экспресс мы собираемся за ближайшее время, ближайшие полгода. Это не конечная версия продукта. И это не панацея. Это продукт, который работает за вас. И это факт. Я очень горд этим продуктом. И я уверен, что имя разработчика Тики, да, сегодня достаточно популярно в интернете. Потому что если он что-то говорит, значит, оно так и есть. И поверьте на слово, мне абсолютно не интересно, какого вы рода, каких вы кровей и что вам из этой жизни нужно. Если вам нужен данный продукт в семью, в прямом смысле слова в семью, вы просто можете прийти и взять его и делать свои деньги. Сколько я точно могу зарабатывать на нем, даже после... там хоть сутками пускай он работает, 50-70 тысяч на депозит в, примерно в $1000, да, я спокойно буду зарабатывать. Абсолютно спокойно. Это доказывает еще и практика наших тестировщиков. Но они это, черт побери, не 3 дня тестировали, а продолжительное время. Их слова таковы. Сергей, пожалуйста, вот буквально сутки не работала система вчера, потому что мы проводили обновление. Сергей, пожалуйста, когда мы можем торговать? Когда мы можем торговать? Когда мы можем торговать? Ну, это же правда, Роман, да ведь? Вы же писали это. Когда мы можем торговать? Можно включить? Наши же тестировщики говорят, Сергей, ну вот мы больше не перейдем в ручную торговлю. Ну, не хотим мы. Ну, и то, это еще старт-стоп кнопки уже сейчас появились. Им было очень сложно. Мы не хотим. Зачем, если мы вот сделали старт, закрыли, и вот тебе черный квадрат. Все. Робот сам торгует, все сам делает. Когда я показал это своей помощнице, она сказала, можно я перестану быть твоей помощницей и просто пойду рассказывать людям. Если я останусь твоей помощницей, но я просто пойду людям рассказывать, открыв монитор. С персональной точки зрения могу сказать так. В 2019 году я выдам вам огромное количество обновлений по экспрессу. Со своей точки зрения могу сказать так. Я считаю, что ни один адекватный клиент не пожалеет, что он взял экспресс и использует его. Знаете, как по мне, тот продукт, который себя уже окупил, он прекрасен. Но мы говорим про персонального человека, да, то есть про обычного человека, кто хочет себе такую программу.
Вывозим мы на масштабах продажи? Да я вас уверяю. Просто посмотрите, он все делает сам. Продастся ли он в большом количестве? То, что вы купите на один продукт меньше, ну, это ничего мне не даст. Или больше. Потому что у него уже есть свои клиенты. Его уже хотят. Да, в нем есть порезки, ровно как и в других продуктах. Да, в нем учтено очень много. И он торгует умно. И, как правило, достаточно долго держится счета. Но и этого недостаточно, потому что порезки всегда будут. Что касается его алгоритма, так он может работать и днем, и ночью, и в любое время суток. Видите, как только я нажимаю, каков его алгоритм? Почему только одна вилка? Предположим, в эту секунду, прямо сейчас, было 300 вилок, да, по вашему запросу. Или пусть будет 10 вилок по вашему запросу. Он выбирает самую прибыльную, самую свежую, та, которая уже в базе открылась, и у нее есть точно профит. В эту же секунду он моментально прям выбрасывает вам на экран самую лучшую вилку. Остановили? Забыли о том, что были вообще вилки. Опять ждем. Ждем. Говорим, Тики, покажи вилку. 6.64. Вот эта вилка, значит, в эту секунду была самой лучшей, Дмитрий. Самый качественный, самый хороший и с самой высокой вероятностью открытия и проставления. У него есть три позиции. Первая – это он preparing, да, то есть ожидается. В этот момент открываются два окошка. Второе – это, соответственно, да, searching, он ищет, он в поиске. Если он находит эти именно комбинации, находит именно эти вилки, точнее, эти события, то, соответственно, он их уже выставляет. Третье – это success, где он выставляет журнал о том, что он проставил вам вилочку. Этот журнал прописывается не только здесь, и не только вы можете его в PDF или в Excel, если память не изменяет, да, вот они, эти две кнопки. Вы можете также в разделе «История» у вас здесь все будет прописываться. Положительные ваши сделки, отрицательные, и там, где нужно было ручное вмешательство. Здесь вы сможете выбирать букмекеров по тоже, да, контролю, в том числе, я не знаю, видели вы вообще этот макет, либо нет. Можете выбрать бет, например, марафон, посмотреть вилки там за какой-то период, к примеру, последние недели, да, либо посмотреть за целый месяц, либо за какой-то конкретный период, в том числе, либо за сегодня все вилки, по 5, по 10, по 25 и так далее, и, пожалуйста, искать. Он находит вам все ваши вилки вот сюда. Вся эта история будет храниться ровно год, пока у вас идет торговля. И нам не важно, вы можете сегодня включить, забыть об этом и пройти через полгода. Всю вашу историю мы продолжим хранить. Дмитрий, у вас такое лицо. Круто. Я прям сижу и не верю в происходящее. Ну, действительно, есть очень много обратной связи по поводу того, что действительно очень круто, когда уже можно купить. Можно сейчас, можно завтра. Там. И самое популярное – это можно ли перейти со сканера и можно ли перейти с брокера на... Знаете, я недавно собрал, я немного сейчас всех помучаю, если не против. Я недавно собрал, скажем так, команду, да, из великолепной двадцатки. И когда я с ними общался, я им поставил задачу и задался в первую очередь вопросом, а можем ли мы продать 20 тысяч копий за 2019 год, по вашему мнению, если я продолжу при условии, да, держать сервис, повышать его качество и, конечно же, делать мощный акцент на нашу продукцию торговли, как экспресс, так и ручную в том числе, это даже не обсуждается. А вы сможете ли, как вы думаете, вы и будет ли интересен этот продукт клиенту? А что они сказали, что уже есть первый даже человек, если мне память не изменяет, а она точно не изменяет, я его уже знаю несколько лет, это Вадим Дмитриенко, первый, кто зайдет сразу на пятилетие, на 5 лет берет пакет сразу. Представляете себе, профи. Вот я, мне все равно, я беру этот продукт. Я его просто дома включу, как мне кажется, он включит дома и просто будет с ним работать. Вот. Бах, выдай лучшую вилку. Сейчас было 1.95. Ладно. Выдай лучшую вилку. 4.24. Еще хочу. Та же вилка была сейчас лучше. Только я сейчас без расширения, да, нажимаю.
Он-то этого не будет делать. Он-то с расширением, вы просто закрыли и смотрите фильм. Открыли файлы, что-то ищете, что-то смотрите, читаете книжку. Он такой: хозяин, что? Звук подаю, помоги мне. Да не вопрос, сейчас помогу. Спокойно, без нервов подошли, закрыли вторую позицию, либо нет. Как знать новичку, как закрыть второе плечо? Вот такой звук будет, если слышно. Значит, мои же тестировщики, теперь уже, да, мои тестировщики, 3 раза в неделю будут учить вас всех. Первый час это будет презентация вместе с Дмитрием. Дмитрий будет раскрывать максимально их талант, я надеюсь на это. И второй час они будут рассказывать о том, как настроить правильно экспресс, как настроить правильно систему, где какие нюансы бывают, как находить второе плечо, например, при форс-мажорных ситуациях и многое другое. Смотрите, а по идее к концу следующей недели заработать еще вот эта кнопочка. Экспресс увидели сейчас? Дмитрий, видно, да? Да, видно. Вот здесь вы сможете настроить под себя все. Не делай ставку, если оба коэффициента выше или равны 2, например, не хотите агрессивную торговлю. Исключай четверти в исход. Автоматически выравнивать баланс между всеми конторами на основании коэффициентов, даже такое есть у нас. Хотите, чтобы в марафоне было не 5 сделок за 5 часов, а 15 сделок за 5 часов? Ловите за 7 часов. Исключать тоталы, форы. Коэффициент хотите всегда от 2 и выше. Ставка суммы от банка в каждой конторе хочу 20%, чтобы было больше вилок, но с маленькими суммами. Возраст вилки от 3 секунд. Диапазон дохода от 5%. Не хочу я меньше. Приоритеты. Если в плече первым, пусть будет фон бет первым выставляется. Если коэффициент меньше, либо равен, там, к примеру, 2. Если в плече тотал угловых больше или ниже на него и так далее. Хочу, чтобы приоритет этот был выше. А вот это не поднимается. Вот зараза. Ну ничего, поднимем. Если в плече ставка сыграла, вот это все с очень тонкими настройками вам может позволить как зарабатывать 50, 40, 30, так и делать до 100-150 тысяч спокойно, абсолютно при агрессивной торговле. Ну и риски должны понимать с точки зрения, да, эффективности ваших счетов. Но это есть. Потом вы думаете: хочу по футболу, чтобы прям вот все ставки находились по футболу с 15 минут, но не раньше. Хочу исключить женские матчи лиги, да? Хочу разницу между форой по модулю и голам и командой, там, троечку, например. Хоккей. Хочу вот с 5 минут. Ну и так, баскетбол, теннис, волейбол. Как вам, Дмитрий? Когда купить можно Сергея? Помучу еще. Теперь смотрите, товарищи мои. Значит, у нас есть вот такая кнопка, видите, на что это похоже? Телеграм. Нажимаете вот сюда. Пишите свой ID в Телеграме. Telegram.me, мы это уже запомнили, да, собака. К примеру, Дмитрий. У вас написано. Окей, нажимаете. Вам в Telegram стучится бот. Бот от Тики. Говорит: привет, ты владелец экспресса? Теперь я тебе буду в Telegram отправлять в том числе то, что творится у меня здесь в торговле. Вот здесь то, что у меня происходит. Если я выставлю вилку, я тебе теперь в Telegram пришлю, Дмитрий. И вы в Телеграме смотрите такие: походу там была выставлена вилка в 5%. Сидите там где-нибудь в гостиной. Так, он еще 3% вилку выставил. Он выставляет, и через секунду вам в Телеграм. Или вы куда-то там решили отойти, одели обувь, он такой: стой, и в Телеграм присылает: помоги мне. Ты уже подходишь, помогаешь ему, в том числе своему дитя, заработать тебе денег, да, закрыть, например, второе плечо и так далее, если есть какой-то нюанс. То есть и в Телеграм мы теперь вам тоже сразу будем отправлять. Вопрос, ну, я в целом примерно понимаю на него ответ, но, наверное, лучше от вас услышать. Если робот не проставил второе плечо, вот он просил помощь у пользователя, и пользователь не подошел ему помочь. Ничего страшного, если... что происходит? Почему он просит второе плечо? Коэффициент заморозился у букмекера, да? Если, Дмитрий, я не прав, поправьте. Заморозился коэффициент, например, там. Победа второй команды, предположим. Она... Либо заморозился, либо... стала отрицательная вилка. Да, либо стала отрицательной. Не имеет значения. Подождите, вилка отрицательная будет, если он коэффициент снизил. Да. Мы говорим, что он просит о помощи. Вот он попросил о помощи,
Мы говорим, хорошо, не вопрос, что случилось, почему возникает такая ситуация. Самое актуальное, пожалуй, я думаю, тестировщики тоже это подтвердят, это когда букмекер заморозил этот коэффициент в силу того, что либо сейчас гол забьют, либо еще что-то, да, второй команде, предположим. Но если даже ты не помог и гол не был забит, коэффициенты иногда замораживаются, это не критично, трейдеры тоже понимают, то робот открывает, дожидается, что он ее открыл, и все равно сам ее выставит. Просто коэффициент может упасть, но это не критично. Вы же не весь банк теряете, там, да, сумму, там, предположим, в 3000 рублей. Вы же не все 3000, у вас там будет, к примеру, 2800. Но не страшно. Одной, второй, двумя вилками он вас перекрывает и опять в плюс ведет. И вот вы в плюсе стабильно. Все, понял, да-да-да. Теперь понял. Да. Я предполагал, что он, может, минусовые сам не закрывает, потому что у него типа настройка стоит, чтобы в минус не торговать, да? Нет, такое невозможно. Он априори будет вам ставить тоже мелкие, там, предположим, минуса. Это нормально абсолютно. Но мы вам сейчас говорим вместе с людьми, которые со мной тестируют, разработчиками, да, что плюсы с минусами – это 50-70 тысяч в месяц. Но как я афиширую 25-30 тысяч. Потому что я привык так. Я вообще говорил, что на вилках надо зарабатывать, можно зарабатывать 15-20 тысяч. Пришли другие, сказали, нет, можно 100. Я говорю, ну ладно, вы говорите что угодно. Моя философия такая, потому что мне проще сказать, что один робот тебе принесет 25-30 тысяч, предположим, да, те же 20 пусть будет даже. Ты можешь взять 3 робота, и тебе будет 60 тысяч в месяц. Ну, после окупаемости, естественно, полноценно. Это даже не обсуждается, потому что смысл. Ну, какой ты вклад здесь делаешь, по сути? Если робот делает все сам за тебя. У меня сегодня была выставлена вилка 65%. По факту. Ну, это нормально. Сильно. Да, это нормально. Бывает это. Он старается ставить вилки, да, старается, опять же, в 3, 4, 5, 6%. То есть это нормальные вилки. А раньше я не понимал сам, почему, пока не стал букмекером. Вот когда становишься букмекером, знаешь огромное количество нюансов, которые ты уже потом используешь, да, для сканера именно. Не ставим там 50-процентные, потому что огромное количество ошибок букмекеров. Небольшая разница между коэффициентами в 3-4-5% просто за глаза достаточно. Потому что это и есть нормальная конкуренция между букмекерами. Не слишком сильно он тебя и палит, понимаете? Когда у тебя разница в 15%, представьте, у одного коэффициент 1,6, а у вас был коэффициент 1,7, предположим. Букмекер понимает, что в этот момент он не был конкурентоспособен в принципе. То есть это ошибка его аналитика. И а тут выявляется вилочник. Ой, здрасте, как дела? Ты выставлял. Ну иди сюда, возьму тебя на заметочку. Понятно, да? Ищем дальше. Бах! Сергей, кстати, я вот вижу, что у вас браузер блокирует всплывающее окно. У вас, по-моему, расширение стоит, просто блокируется нет, браузер. Нет, у меня не стоит расширение здесь. Нет. А, да? У меня есть расширение в Opera. Понял. Сейчас. Мою Opera видно? Да, конечно, видно. Попробуем. Много обратной связи, что хотят приложение экспресса на iPhone или на Android. Ну, это прекрасная идея. Я пока ничего рассказывать вам не буду. Слишком уж много information, сударь. Сейчас мы... Тут где-то еще у меня много разных расширений. Господи, история, персональные данные. Буквально секундочку. Сейчас я тут посмотрю. Это все фон. Где-то тут было... Я никак найти не могу. Так, ясно. Не могу найти, мне надо второе расширение. Здесь. Ну, ничего. Да, я бы сейчас вам показал бы еще несколько нюансов. Но в любом случае тестировщики вам это все покажут уже. Видите, не ищут, к сожалению. Не открывают, точнее. Потому что здесь несколько сразу, они друг другу мешают. Вот старая и новая версия. Поэтому я открываю у вас здесь. Вот. С Телеграмом тоже ясно, да? Очень удобно, вам ничего делать не нужно, забили логин, он сам вас ищет, если память не изменяет, по словам разработчика, и уже знакомится с вами. Привет, я Экспресс, буду отправлять вам данные. Как это выглядит, тоже увидите. Вопросы сейчас здесь прям. Есть вопрос, как быть, если, ну вот мы активировали Экспресс, да, там часа на 4, например, и ушли куда-то. И за это время букмекер вас порезал.
да, то не страшно. Экспресс будет это понимать и убирать. Эту сторону, да. Да, да, экспресс вообще, когда открывает вилку, он сразу видит ваши максбеты. Максбет в смысле на событии, он в коде уже. Он уже знает ваш максбет. Он, исходя из вашего максбета, использует не больше 50% этого максбета. Исходя из этих 50%, буквально секундочку, я сейчас попробую вам кое-что показать. Видно экран, да? Да, видно, видно. Сейчас видите. У меня есть специальный код, специальная страница. Я тут сейчас кое-что вижу. Она тестовая, скоро будет удалена, поэтому можно сюда не лазить даже никому. Видно экран. Вот у меня есть сейчас user ID, который я сегодня, это мой робот. Вот он, 47, там, да, грубо говоря, 710. И вот мои ставки. Вот 83 рубля, видите, я сейчас могу заработать. Либо 33, в зависимости от того, какое плечо зайдет, с каким коэффициентом. Банк был 1166 рублей, то есть 1300 максимально было. Здесь он в фунбете прочитал, в бете это было 1528. Потом 233 рубля у меня заработал, например. Потом с одной вилки, видите, сколько он заработал? Гарантированно, это уже готово. 900 рублей с одной вилки заработал. 1366 было выставлено банк. Вилка, из-за того, что поднялся коэффициент, да, с полутора вот у фунбета поднялся до 3.35. У меня 65% вилка была, 65-85. 16 рублей, 40 рублей, в зависимости от максбета. Видите, максбет маленький. Вот это MaxBet, Max, 19, там почти 20 рублей. Поэтому профит маленький. Вот, FunBet, 154 рубля, 13 рублей, 33, 33, там 30, это все он сам выставляет, 383 рубля, например. Мы там торгуем не так долго. Это один из старых счетов, точнее, один из новых счетов, прошу прощения. Вот, например, у нас Роман Арбутовский, да? Мы тестировали очень много разных с ним пари, и мы тоже смотрим, сколько у него здесь разных сделок. Сейчас мы посмотрим. Вот, например, его сделки здесь. 8,72, это какие-то маленькие. 28, 20, 70, 90, 80, 94. Маленькие сделки выставляет робот с балансом где-то в 1000. 80 рублей, 500 рублей, 44, 360, 50, там 60, 42. Вот как бы там 50, тут 100, вот и набегает 3, 4, 5 тысяч, понимаете, в день. Опять же, это один из дней. Можем смотреть дальше. Бывает такое, что за вилку приносят 1,5-2-3 тысячи рублей, опять же. Две не вру, 1,5 тысячи рублей у нас приносило с вилки тоже сразу. 188, 260, 108, 219, 145, 76, 126, 66, 133, 99, 50, 100, 126. Это я показываю по первому, да, опять же. 25, хотя мог бы сказать 193, например. 46, 20, там, 50, 52, ну, 100, 200, 100, 200, 27, 72 и так далее. Это все тесты, все тесты. Дальше. Видите? Все он сам выставляет. Ну, при этом вилок-то довольно-таки много выставляет. Конечно. Так это разные конторы. Угу. Это по умолчанию мы еще ему выложили много всего. Что вот так вот нельзя, и вот так нельзя. Вот смотри, вот это вот нельзя. Говорит, ну ладно, раз нельзя, я понял. Смотри, когда откроешь, проверяй MaxBet. Проверив MaxBet, делай не больше 50%. К нам приходит крутой какой-нибудь да, человек, говорит, там, предположим, майнер, говорит, да нет, я не хочу, у меня есть возможность, я хочу, чтобы было прям по MaxBet'ам бить. Ну, настраивай. Вот 573 рубля с вилки, но я только что показывал. 300, 248, 283, 152. Я быстро делаю, потому что показываю объемы, которые робот выставляет сам без вас. Видно, да, Дмитрий? Да. Когда да. Такое видите, наверное, понимаете, что это работает, махина. Конечно. Эта штука работает. Это каждый день я вам сейчас показываю. Что? Мне довелось жить в одном городе с Виталием Стрекотиным, мы периодически с ним встречаемся, и я-то это слышу прямо от человека, который воодушевлен этим, потому что он зарабатывает на этом. Ну-ка, расскажите в двух словах, что вы видите со стороны, по вашему мнению? А ну, что я вижу? Я вижу рабочий процесс, который работает. Естественно, сейчас найдутся люди, которые будут говорить, что это не работает. Даже в чате сейчас были, что там, тысяча долларов, да, мне это точно не работает. Начинают выстраивать прям целые, как это называется, целые стратегии, как себя оправдать, я это называю иногда, то есть... когда принимают на себя функцию Бога. То есть они вообще все возможные плохие результаты стечения обстоятельств принимают сюда, и потом такие, нет, не, фигня, не работает, не готов. Я. Они так бы себе. Были прекрасными тестировщиками. Я всем таким людям советую быть тестировщиками. Потому что, ну вот можно, конечно, поглумиться и сказать, что они не очень и плохие люди, а они на самом деле были бы очень классными тестировщиками. Дайте мне одного такого, я из него...
сделал очень крутого тестировщика, еще и сделал ему крутую зарплату. Вот дайте мне такого одного еще, и я сделаю из него очень крутого тестировщика. Вот благодаря только таким людям, по сути, сегодня сервис растет. Для меня принципиально интересно даже без лица играться с мнением людей, понимаешь? Вот это очень важный момент. Мнение вот именно людей, которые говорят, нет, да это не работает. Я говорю, ну вот, ладно, ну не работает, хорошо, вот. На, вот. Дай вилку. Вот как раз таки, человек с ником Man Club. Вот, Сергей, я чувствую, что обращается к вам. Вы очень много сейчас спамите в чат. Я прошу вас остановиться и не спамить. Если у вас действительно есть желание объективно помочь сервису, если вы действительно считаете, что вы умнее, чем многие здесь в чате, как вы пишете, да, что вы практик, а мы все мечтатели, придите, пожалуйста, на связь с Сергеем, также через почту, да, можно, Сергей? Пожалуйста, более чем, я с большим удовольствием. Вот, свяжитесь с Сергеем, и если ваши возможности, ваши навыки помогут только развитию сервиса, это будет очень круто. Поэтому я прошу вас сейчас перестать вести полемику в чате. Лучше, как говорится, на деле, чем на словах. Поэтому я надеюсь, господин Man Club, мы друг друга услышали. Сейчас почту я в чат вам напишу. Давайте сделаем еще иначе. У меня будет вопрос к клиентам, нашим клиентам стабильным. Да? Вот вы же со мной не первый день, не первый год уже, многие из вас. Вы можете написать то, что вы видите по экспрессу сейчас, вашу точку зрения? Я, к сожалению, чат не вижу, ничего не могу сказать по этому поводу. Мне очень интересно, сколько на одно мнение найдется вот мнений других, да, людей, которые по факту видят, разделяют с нами то, что видят на экране сейчас. Я создал панацею, я автоматизировал максимально, насколько возможно, включил умы людей сюда и даю автомат, работающий полноценно для людей. Я не вижу... Сергей, учитывая, что вот все это время, пока вы показывали, да, была обратная связь. Это бомба, огонь, круто. Когда можно купить? Хочу перейти с брокера на экспресс. Со сканера можно. А что там насчет льгот? И все. То есть люди, ну вот у нас сейчас больше 1000 человек. Крутой продукт. Вот сейчас полетели. Очень классно, просто супер. Круто, очень круто. Это тема. Отлично. Крутяк. Бомбы. И тогда, дай бог вам здоровья, Сергей. Спасибо вам тоже. Кто-то пишет, надо тестировать. Естественно, ребят, это новый продукт. Тестировщики 3 месяца этим занимаются. И они, каждый, условно говоря, со своей колокольни что-то вносил. И продукт получается сейчас таким, какой он есть. Сейчас, когда он выйдет в массы, я уверен, что будет очень много людей, которые действительно тоже понимают это, не просто пишут, лишь бы написать, они действительно в этом разбираются и еще будет совершенствоваться. Поэтому круто, и как мы всегда за объективные, да, вещи, и если у вас есть что добавить, вы, пожалуйста, добавляйте в поддержку. Вот, действительно, да, это бомба, Сергей красава. Сергей красава, не могу не согласиться. Супер продукт, молодцы, кто трудится над продуктом и так далее. По вопросу давайте мы ответим, потому что очень много прям задают, можно ли перейти первое со сканера. Ну, со сканера, я думаю, что никаких проблем не будет, да, перейти на экспресс. Вот. Мы уже это реализовали, вы сегодня можете прям со сканера будет перейти, если память не изменяет. Угу. И по брокеру. Вы сегодня сможете с брокера тоже. Даже с брокера. И с брокера тоже сможете перейти. Если сейчас это у нас уже сегодня это выкладывают, там, если память не изменяет, я уже это тестировал, я уже проверял, что с брокера можно перейти. Да, можно будет перейти и с брокера, и со сканеров без проблем на Тики Экспресс и использовать его для своих личных нужд.